Hunter, это YouTube канал Садовод Киев. Сегодня я вам продемонстрирую, как правильно надеть шину и цепь на бензопилу. У многих это не получается. Сделаем краткое видео. С каждыми пунктами будем проговаривать. Поехали. Нам понадобится для сборки и одевания шины и цепи непосредственно бензопила, боковая крышка с гайками для зажатия шины, свечной ключ, комбинированный ключ для натяжки цепи. Ну и, конечно, здесь шина и цепь. Поехали. Для бензопил с внутренней звездочкой, такая как здесь, мы сначала берем цепочку. А цепь будем устанавливать режущим зубом от бензопилы. То есть вот таким вот образом. Заводим цепь, попадаем в кольцо. Вот видите, чтобы она ездила. Затем берем шину. Вставляем шину. Попадаем шиной в паз. Попадаем цепью в паз шины. Установили, прокрутили. Все стало на свои места. Затем берем боковую крышку цепи. Ставим и теперь натяжителем подгоняем бегунок для того, чтобы он попал в дырочку шины. Можно здесь снять. Вкручиваем его обратно. Еще чуть-чуть. Все. Бегунок попал в отверстие шины. Наживляем гайки, поскольку натяжка цепи производится на расслабленных гайках. Если будете натягивать на зажатых гайках, повырывайте шпильки с корпуса, погнете натяжные винты, это вам ни к чему. Наживляем. Ну и натягиваем теперь. Правильно, натяжечка цепи, это если цепок не провисает под собственным весом и легко прокручивается. Вот так вот. Приподнимаем шину вверх для лучшей натяжки. Можно еще чуть-чуть потянуть, и будет достаточно. И зажимаем гайки. Вуаля! И все готово. Цепь легко прокручивается и не провисает под собственным весом. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь и заказывайте новые обзоры. С вами был Александр. До свидания.